Отопление и горячая вода стали дороже. С июня коммунальные платежи в общем выросли почти на 20 рублей. Тарифы на тепловую энергию увеличены на 6 рублей 65 копеек. Первый этап повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2024 был реализован с 1 января. К слову, по информации профильного ведомства, тарифы в текущем году вырастут не более чем на половину базовой величины. Белорусские ученые разработают кефир долголетия. Один из институтов Национальной академии наук выявил микроорганизмы, которые продлевают жизнь. Ранее в Беларуси специалисты начали работать над созданием специального кисломолочного продукта для космонавтов. Уже проведены различные исследования. Сегодня проходит очередной этап вступительной кампании. Абитуриенты сдают централизованный экзамен и тестирование по второму из двух профильных предметов на выбор. На испытания по математике записались более 19 тысяч человек. Биологию сдадут свыше 10, английский язык и всемирную историю – почти 6. Республиканская акция «Каникулы без дыма и огня» стартует в Бобруйске. Программа будет реализовываться в школьных и летних оздоровительных лагерях в период каникул. Главная задача – предупреждение пожаров по причине детской шалости с огнем, а также гибели и травматизма несовершеннолетних. 4 и 5 июня с 8 вечера до 6 утра движение транспорта будет ограничено в зоне железнодорожного переезда, расположенного по улице Пушкина в районе улицы Свердлова. Путь следования автобусов номер 6, 16А и 16 будет организован по Пушкина, Бахарова, Чангарской и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.